Ребят, всем привет, вы на канале Папа Фан Машины, это игра Hill Climb Racing 2, и VIP-подписка у меня закончилась. Я уже забыл, как выглядит на самом деле экран, вот без VIP-подписки, тот с VIP-подписочкой, соответственно, у нас, ребят, все желтенькое, все в золоте, все прекрасно. А за без VIP-подписочки вот так вот, смотрите, вступить за 380 рублей в месяц написано, да? То есть, в месяц 380 рублей VIP-подписочка стоит. А теперь, ребят, заглядываем в Google Play и что я брал. Вы посмотрите, в августе я брал за 380 рублей VIP-подписочку. 20 августа это было. 2019 год, да. А сегодня у нас что? Сегодня у нас 21 октября, ребят, посмотрите. После августа, вот смотрите, в сентябре я брал только вот Minecraft покупал и все. А за октябрь, ваши траты за октябрь... Ничего нет, 0 рублей. То есть, соответственно, я брал только в августе VIP-подписку, и она у меня закончилась только сегодня. То есть, это говорит о чем, ребят? О том, что на самом деле подписка у меня продлилась аж 2 месяца. Ровно 2 месяца. Представляете, здесь написано месяц. То есть, такой был экспериментик. Ну, не экспериментик, ребят, а вот чисто я проверил. Вот мне тоже чувак какой-то написал в комментариях, что... У него тоже 2 месяца продержался, ребят. Я решил проверить. Действительно, действительно, ребят, это так. Опять интернет слетел. Кого бесит вот эта вот ерунда после последних обновлений вот с интернетом, ребят? Пишите в комментариях. Меня реально тоже бесит. Смотрите, приходится ждать, пока все опять заработает. А ведь только вышел в Google Play, посмотрел, что к чему, и зашел в игру обратно, а у нас интернет пропал. Как обычно. Ну тогда я вам сейчас покажу... Заездик, связанный с командными событиями. То есть самая первая трасса, ребят. Самая первая трасса в командных событиях — это долина в пустыне. То есть здесь можете тренироваться. Ставите вот такие детали. Крылья, ускоритель при идеальном приземлении и скакалочку-прыгалочку. И едете, тренируетесь, ребят, учитесь скакать. Многие, скорее всего, не понимают, как это делать, как ускоряться при прыжке, да? Я тоже раньше не особо вникал в это дело, ребят. Но потом, немножко поэкспериментировав, я понял, как эта система вообще работает. Смотрите, как это работает. Чтобы при езде, когда вы падаете с высокой... с высоты, да, падаете... А у нас стоят усилители при идеальном приземлении. Они срабатывают только если вы, ну, грубо говоря, полторы или две секунды находитесь в воздухе и приземляетесь ровно на оба колеса. Тогда она и срабатывает. Что нам для этого нужно сделать? А еще, чтобы и наша тачка ускорялась и подпрыгивала одновременно, нужно нажимать в определенный момент две педальки. Ребят, газ-тормоз. Газ-тормоз, две педальки нужно. Вот из этого места вот выскакивать для меня вообще было проблемой, ребят. Но это можно сделать. А там, вот именно в заезде в командном событии, в этом месте у вас топливо вообще в ноль. И за счет только прыжков нужно умудряться как-то выскакивать, да? Так, ладно, так о чем я? Ну, ребят, наша задача — ускоряться. Подпрыгивать и ускоряться. Подпрыгивать и ускоряться. А чтобы это сделать, нужно нажимать педальки в определенный момент. Вот когда начинаете падать, до того, как приземляетесь, ребят, нужно жмакать обе педальки одновременно. Не после того, как приземлились и прыгаете. Нет, так это не работает. Вы посмотрите, вот смотрите. Бам, нажали. Бам, нажали. Не приземлился еще, но нажали уже. То есть чуть-чуть остается до земли, и вы должны нажать обе педальки. И тогда она, тачка у нас будет ускоряться. Ладно, короче, у нас сегодня основная задача, ребят. Водяной заездик, пройти до конца, забрать все награды. Легендарный сундучок тоже забрать. Давайте откроем кейсы. Так, форсажик. Кстати, мне форсаж почему-то на раллийную тачку не падает. Вообще у меня ей нет на раллийную тачку, представляете? Что за несправедливость? Кстати, у нас все скины скинулись. Вся краска, ребят, скинулась после VIP-подписки.
А так у меня гараж был весь золотой. Видите, форсажа у меня нету. А этот форсаж уже сколько времени прошло, как ввели в игру? Очень много времени прошло. Так. Ладно, водяной заездик, поехали. Сколько остается нам набить? 70-68 баллов нам не хватает. Блин, VIP-подписки у меня нет, блинский. Я удвоить не смогу, Ладно, придется нам так проходить. Придется еще 20 кристалликов потратить. Ладно, погнали. То есть если по 9 баллов буду зарабатывать, это мне сколько? 36, 70, там сколько получается? 72 балла. Ну, как раз хватит. Только если что, лишь бы нам по 9, по 8 баллов зарабатывать. 4 билета придется потратить. Так, ладно, 20 кристаллик, короче, в итоге я потрачу. Потому что 4 билета у нас уже есть бесплатно. Ай, блин, а что это за спуск такой дурацкий сейчас был? Ёлы-топалы, нет. Это в мои планы не входило. Так, ладно. Ладно. Сейчас время еще есть, 2 минуты еще есть. Так, подожди, я... А, нет, еще я не здесь разбился. Я, по-моему, где-то в другом месте. А, 400 там с чем-то метров было. Где-то я вот здесь разбился. Так. Идем на рекорд. Как думаете, первое место будет? Я, конечно, не настолько идеально проехал. Чтобы было первое место. Так, есть. 671 метр. 718. Кто-то просто дал жару на 718. Вот это, чувачок, ты дал жару, я тебе скажу. Блин, нет. Но такими темпами точно не смогу побить. Жаль. Слушайте, давайте я, наверное, вырежу вас этот основные гоночки, да? Оставлю только последний заезд. Последний билетик. Потому что, ну что смотреть, ребята, на одно и то же, да? Зачем смысл вообще смотреть на одно и то же, как я тут гоняю? Одни и те же карты, ребят. 4-8 билетов нам нужно потратить. Так, это у нас какой? Это у нас первый билет. Так что сейчас я пройду по-быстрому и, соответственно, ребят, покажу уже самый последний вам. Самый последний тогда заездик вам покажу. И откроем, соответственно, с вами сундучки все. Так. Ну, ладно, 9 баллов есть, 6-я позиция. Хорошо. Давай, малыш. Так, есть. 140 метров. Неужели я буду лидером? Ребят, Билл Ньютон. Сам Билл Ньютон участвует у нас в этой гоночке. Второе место. Блин. Меня обогнали на 1 метр. А! Чеф какой-то, чеф. Ребята, меня обогнал на 1 метр. Обидно. Ах, было бы прикольно, если бы я занял первое место. Так, ладно. Ну, в принципе, можно было выйти уже и начинать открывать, наверное, сундучки. Так, начнем с редкого. Ребят, все, легендарочка. Дошли до легендарочки. Начинаем с редкого. Внешка, новый костюм водителя. Кстати, вот этого торса мне и не хватало. Из этого набора костюма, да, ребят, именно вот торса не хватало. Голова есть, за него сейчас кристаллы дадут, как части.
Форсажик 3 штуки на баге для песка, отлично. Эпический сундучок. Дубликат. Красочка нам выпала на снегоходе, который у меня же есть, ребят, 10 кристаллов. То есть дубликаты теперь будут падать еще, что ли? Раньше такого вроде не было, чтобы дубликаты падали из сундуков. И кристалл дают. Ну что это такое? 10 кристаллов всего лишь дали, ребят. Ну что это такое-то? Так, ладно, зато из самого сундука выпали неплохие награды. Даже легендарный монетный ускоритель на танк нам выпал 3 штуки. Эпический ускоритель при приземлении. Этот, на формулу. Ну, прикольно, ребят. Главное, легендарочка выпала. Это вообще круто. Любая легендарная деталь из любого сундука, ребят, это вообще топчик, потому что очень редкая деталь. Так, внешка, ну за нее будут у меня, наверное, кристаллы. 15 всего лишь. Ну за дубликат, ну что это за мелочь, а? Ну 10-15 кристаллов, блин, ну мелочь. Давали бы по 50 кристаллов хотя бы. Ну вообще неплохо. Так, 500 шестереночек и пора открывать легендарную деталь. Давайте выйдем сначала, обратно зайдем. Типа у нас... Игра обновилась, да, мы не открывали ничего здесь. Вот, типа, открываем сейчас легендарочку, чтобы шанс выпадения был выше легендарной детали. Давайте еще выйдем. Я уже сейчас от себя тяну гоню, ребят, на самом деле это роль, наверное, не играет. Ладно, все. Ага, гирьки, ребят. Гиречки, легендарные детали. Плюс усиленный турбо на спортивный автомобиль. Хорошо, ну, в принципе, из легендарного сундука... По-любому должен был легендарная деталь выпасть, да? Ну что, все. Все на этом, друзья мои. Вот такой был выпуск. Не забывайте, подписывайтесь на канал. В среду запускается у нас новенький ивент. Ивент пока еще я не знаю, что будет. Наверное, Хэллоуин. Возможно, возможно, ребят. Делайте ваши ставки, господа. Как вы думаете, какой будет следующий ивент? Хотя вы уже знаете... Когда выйдет этот ролик, вы уже, скорее всего, знаете, что там за ивентик будет запущен. Ладно, ребят, все. Ну и напишите в комментариях, что за ивент там будет. Просто интересно, да? И я, в принципе, сам буду знать уже. Ну, вы все равно напишите. Ладно, все, подписывайтесь, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.